Всем привет! Сегодня мы разберем, как играть песню группа Иртлинг, песня Алтерман. Значит, так. В общем. Так, играем, значит, так. Струны. Шестая струна настроена в дробь Д. Две струны играют. Значит, шестая, пятая струна открыты. Три раза играем вот так. А дальше шестая. Пятая струна играет на втором ладу. А дальше вот такой переход, значит. Здесь вот открытые, приглушенные, в общем. Да, в куплете играем так. В припеве, значит, мы играем. Значит. Так, значит, аккорд Си, пятая, четвертая струна играет, это значит второй лад, пятая струна, четвертый лад, а дальше вот поднимаемся, вот аккорд на вниз на один лад. Это вот квинты. А дальше вот так. Ну, наоборот. Дальше снова так. И дальше. Вот. Четвертая струна, второй лад. Третья струна, четвертый лад. А дальше
Вот так снова. Вот квинта. Ну, в общем, играем здесь вот так. Этого аккорда вот си. Извиняюсь, ошибся, значит, вот так. На этом все. Удачи!